обычная камера наблюдения Hikvision DS2 CD2543G0IS. Пишет 25 кадров в 3 потока и защищена от любых угроз. IP-камера Hikvision поставляется в фирменной упаковке с базовым набором крепежных элементов и ключом для регулировок. Камера наблюдения относится к сегменту купольных антивандальных камер с защитным металлическим кожухом, скрывающим подвижную конструкцию объектива на резьбу M12. Объектив камеры доступен в диапазоне от 2,8 до 6 мм, соответствующих углам обзора от 114 до 54 градусов по диагонали. Вокруг объектива размещен массив инфракрасных ламп XR-подсветки, заявленной эффективной дальностью до 10 метров. Регулировка положения камеры и угла наклона осуществляется осевыми винтами, незаметными под защитным кожухом. По бокам от окуляра камеры расположены микрофон и динамик, готовые к подключению к общей тревожной сети через специальные клеммы. Кроме того, у камеры имеется выделенный разъем питания на 12 вольт. А еще есть сетевой вход RJ45, поддерживающий питание через ПОЕ. Камера наблюдения с легкостью интегрируется в существующую сеть цифрового наблюдения, благодаря поддержке стандартов ONFIF и ISOP. Устройство готово и к автономной работе. Для этого предусмотрена поддержка карт памяти microSD. Вместо регистратора можно использовать в том числе и NAS-хранилище. Видеосъемка может идти сразу в 3 потока. Для основного максимальное разрешение достигает Quad HD при 25 кадрах в секунду. Доступен расширенный динамический диапазон, интеллектуальное распознавание движения людей в кадре и переключение на ночную съемку.